первую очередь поздравляю с победой. Матч, как, по крайней мере, как мне показалось, я видел немало ваших матчей высшей лиги, сам даже против вас сыграл. Вот, показалось, что вы выиграли легче, чем, наверное, сами ожидали. Ну нет, просто мы к каждому матчу готовились индивидуально, к каждому сопернику подбирали свою личную игру. И поэтому, может, со стороны казалось, но на самом деле в команде происходили большие изменения, и мы готовились, можно сказать, к этому турниру осознательно. Именно по финалу барсы разочаровали, удивили, может быть. Что скажешь о сопернике? Соперник очень сильный был, достойно сыграли. Спасибо им большое за игру. Ну, не сказать, что мы к ним как-то подходили как к особенному матчу, так же готовились, как и всем. В принципе, ничего удивительного не было. Ну, я думаю, что сейчас глупо спрашивать, выполнен ли цель на сезон, да, потому что большего вы, наверное, добиться просто теоретически даже не могли. Спрошу тогда о премьер-лиге. Как будете к ней готовиться и как оценишь ваши шансы уже там, в следующем сезоне? Ну, в премьер-лигу, конечно, там будет сложнее играть и соперники сильнее. Но я думаю, мы там тоже покажем не слабый уровень, недостойно проявим себя в каждом матче. Ваши ребята из вашей команды очень здорово проявили себя индивидуально, в том числе ты. Ждешь ли каких-то индивидуальных наград на сегодняшнем награждении? Ну, конечно, было бы неплохо, но если даже какие-то мои ребята получат из моей команды награды индивидуальные, я буду за них так же счастлив, как и за себя. Хорошо, спасибо большое. Спасибо вам.